Да легко сказать, когда тебя эта хрень симметрическая бьет. Да пошла она в жопу, эта соревновательная игра. У меня скоро экзамены. Елиос. Ну, я был близок. Ненавижу. Он теперь... Вы чё? Ты, ну это не прикольно. Вот этот ваш двойной прыжок, пошел он в жопу. Да. А про кого же еще? Чё? Я так не могу привыкнуть к тому, то, что у него нет кластерки. Так-то у него еще какой-то прыжок дополнительный, непонятно вообще откуда. От чего он отпрыгивает? От воздуха? У него... Наше дело. Да вы чё? Серьезно. Да в смысле? Ну я вот даже руками не заколышматил. Ну что за пост такой? Так, можно мне в Call of Duty такую же систему? Слушай, го купим Call of Duty и просто по фану в нее будем играть. Как насчет 4К за бесполезный шутер? Ну в смысле? Он должен был вверх. Если так он вверх летит, а так он вниз летит. В смысле? Как это работает? На старте. Я молодец. Я знаю то, что молодец. Ай-ай-ай. Пошли назад. Ай. Нет, за дума мне не играть. Let's be casual. О-хо-хо, нет! Я пытался задержать. Парень такой улетел. Мне 105 хп, чел. 157. Ладно, я немножечко... Ну, я умер. Да легко сказать, когда тебя эта хрень симметрическая бьет. Пожирает, посасывает немножко. Она лучше момент уйдет. Да, потому что она тупо ходит, зажала и все, и гг. Я жду. Пацаны, давайте быстрее, у меня ультимейт готов. А, я не там. Вот. Да в смысле? Ее не хватило буквально на два... Пин... Чё, охренела свинья? Пришел такой, пнул меня, значит, бесцеремонно так. Вот так вот со мной разговаривать. Они получают тогда, когда получаю я. Ай, было больно. А-а-а! Где ты, жируха? Отлично. Пошли. Ха-ха. Да вы обосрали. Да ты охренела. Любишь прыгать к вражеским врагам? Вражеским врагам? Возможно. Не спорю. Отлично, мы просто вытащили, мы пацаны. Вот это было тимплей, но. Так что будет 3 лайка и более, это плохо. Вот здесь я не поскуплюсь и возьму Бригитту. Да ты охренел! Почему ты бьешь именно таким образом? Где же Рабасина? Иди сюда! Я, короче, я как в индийском кино, знаешь, там, типа, на меня летит ракета, я бью Ханза такой, типа, махаюсь, и знаешь, такой чисто вот в рандом вверх подставляю щит, и, короче, это, знаешь, как в натуре, как в индийском кино.
Он дракона пустил! Вот кто-то шептуна пускает, а кто-то дракона. Oh, help me! Help me! Help me! Я просто... Нет! Черти вонючие! Меня скинули. Да вы... Наверное, потому что... Нахера брать еще одного саппорта? А? Да заткнись ты, дурак. Угу. У меня залагало, Паш. А теперь подумай, насрать мне или нет. Здорово. Надеюсь, тебе монтажик зашел, ибо я, собирая материал, потел. Да и, в принципе, во время процесса монтирования тоже потел. Сейчас ты видишь перед собой возможный новый видос. Но это так, по секрету. 10 лайков. И я начну делать новое видео про мои новые девайсы. А тебе спасибо за просмотр, подписку и лайк. Пока.